Спортивный канал 7ТВ представляет обзор сезона BTCC 2008 года. На ваших экранах стартовая решетка первой гонки сезона. Мэтт Джексон очень решительно настроен на этот чемпионат и сразу же взялся за дело. Он выиграл пол, опередив действующего чемпиона Фабрицио Джованарди. Колин Тёркинен и Джейсон Плейту, которые всегда являются фаворитами чемпионата, расположились на втором ряду. Том Онслоу-Коул дебютирует за рулем Воксхолла после успешного сезона за BMW. Даррен Тёрнер продолжает выступать за Seat, как и Гордон Шеддон за Honda. Шотландец не опускался в чемпионате ниже четвертого места. Его партнером будет перешедший из VX Racing Том Чилтон. Первый и последний гоночный уикенд сезона традиционно проходит на трассе Brands Hatch в конфигурации Индии. Это самый короткий трек в календаре. На круг здесь уходит менее 50 секунд. Фабрицио Джованарди проваливает старт и откатывается на четвертую позицию. Однако он все же может атаковать Джейсона Плейто для того, чтобы вернуть себе третье место. Ну а Мэтт Джексон старт уверенно выигрывает. Впрочем, затем начинает накрапывать дождик. И заднеприводная BMW в данной ситуации несколько уступает переднеприводному Воксхоллу. И Фабрицио Джованарди выходит в лидеры по итогам 18-го круга гонки. Итальянец таким образом начинает защиту титула очень уверенно, с победы. Гонщикам было достаточно трудно на мокром асфальте на гоночных слигах, и поэтому они часто ошибались. В итоге Том Чилтон финиширует только на 9-й позиции. Мэтт Джексон на финишной черте уступил действующему чемпиону BTCC менее 1 секунды. На 3-й позиции финишировал Джейсон Плейто. 4-м стал его партнер Даррен Тёрнер. Мэтт Нил и Гордон Шеддон заняли 5-е и 6-е места. Старт второй гонки. И здесь едва не совершил фальстарт Джейсон Плейто, но все-таки успел остановиться до того, как погасли красные огни светофора. Из-за этого англичанин несколько уступил своим соперникам на старте. Ну а Мэтт Джексон сразу же начал атаковать Фабрицио Джованарди. Согласно регламенту, победитель первой гонки выходит на старт второй с максимальным 45-килограммовым балластом. Позади за восьмую позицию шла борьба между Колином Тёркингтоном, Аланом Джонсом и ветераном серии Майком Джорданом. Майк возлагает большие надежды на 18-летнего сына, которые оправдаются уже в этом сезоне. Хорошую гонку старшему Джордану испортил инцидент со Стивеном Кейном на стартовой прямой. Повреждения машины гонщика Motorbase не позволили ему принять участие в третьей гонке уикенда. Фабрицио Джованарди одерживает вторую победу. На подиум вместе с ним поднимаются Гордон Шеддон и Джейсон Плейто. По правилам BTCC победитель второй гонки тащит из корзины один шарик с номером от 6 до 10. Этот номер означает, сколько позиций будет перевернуто на старте третьей гонки. Фабрицио вытащил номер 9, и на пол переместился Майк Джордан. Но уже на старте его опередил Колин Тёркинен, а затем и Мэтт Джексон начал атаковать ветерана перед шпилькой Друидс. Уже на задней прямой первого круга произошла очень крупная авария. Том Онслоу-Коул подтолкнул Джейсон Плейто, и пилот Воксхолла испытал страшный удар с перегрузкой в 14G. К счастью, молодой пилот не получил повреждений. Не успели Колин Тёркинен и Мэтт Джексон толком начать борьбу за лидерство, как пейскар вернулся на трассу. Гордон Шеддон вылетел в шпилки Друидс. У гонщиков оставалось всего лишь 12 коротких кругов по Brands Hatch, и борьба возобновилась с новой силой. Мэтта Нила, двукратного чемпиона серии, в этом сезоне ждут в конкуренции с Фабрицио Джованарди. И Мэтт Нил на первом же этапе старался заработать максимальное количество очков. Сейчас он атакует Майка Джордана в борьбе за третью позицию. Ну а зрители стали свидетелями красивейшей схватки за победу на последнем круге между Колином Тёркингтоном и Мэттом Джексоном. Гонщики BMW боролись между собой до самой финишной черты. Мэтт Джексон готовил атаку на североирландца в самом последнем повороте. И уже, казалось бы, прошел его по внешней траектории. Но Колин Тёркинен известен как один из самых агрессивных пилотов британского туринга. Он выдавливает Мэтта Джексона на обочину и таким образом сохраняет первую позицию. Мэтту Джексону не хватит лишь 2 очков для того, чтобы возглавить общий зачет после первого гоночного уикенда. Лидером будет Фабрицио Джованарди, который финишировал лишь на 6-й позиции. Внезапный ливень задержал старт первой гонки уикенда в Рокингеме. Здесь Гордон Шеддон выиграл пол с преимуществом в 0,2 над Мэттом Нилом, а третьим стал будущий герой этапа Адам Джонс. Даже на сухом асфальте торможение после очень скоростных прямых перед шпилькой является серьезной задачей. Ну а что уж говорить, если пошел дождь, а гонщики идут на сликах. И здесь даже двукратный чемпион серии Мэтт Нил не справился с управлением и вылетел очень далеко за пределы трассы. Но со скоростью у Нила было все в порядке, и затем он начинает впечатляющий прорыв к третьей позиции. Мэтт Джексон в таких условиях, в отличие от того, что было в Brands Hatch, выглядит напротив достаточно уверенно. Он способен бороться за самые высокие места и сдерживает сейчас атаки Тома Онслоу-Коула и Тома Чилтона. На счету Онслоу-Коула в этой гонке был лучший круг, ну а все остальные очки заработал Гордон Шеддон, который лидировал от старта до финиша.
Вторым смог финишировать Даррен Тернер. Мэтт Нил, как мы уже говорили, пробился в первую тройку. Пилот скромной частной команды Team Air Cool Адам Джонс финишировал на четвертой позиции. Фабрицио Джованарди стал пятым. Стабильность станет визитной карточкой итальянца в этом сезоне. Но Гордон Шеддон радуется своему успеху в очень непростых условиях. Он привез Даррену Тернеру 3 секунды. В промежутке между первой и второй гонкой Мэтту Нилу поменяли коробку передач, а Майку Джордану – двигатель, но он прошел лишь несколько кругов. Блестящий старт в исполнении Даррена Тернера и Фабрицио Джованарди. Итальянец прорывается с пятой позиции сразу же на вторую. На этот раз на сухом асфальте тормозить перед шпилькой гораздо легче. Однако и здесь мы видим очень плотную борьбу в несколько рядов. Даррену Тернеру удается затем оттеснить Гордона Шеддона и возглавить этап. Фабрицио Джованарди идет следом за пилотом Сиат. А Гордона Шеддона опережает и Мэтт Джексон. И эта тройка начинает вести борьбу между собой. Даррен Тернер совершенно очевидно сдерживает как Фабрицио Джованарди, так и Мэтта Джексона. Ему предстоит очень непростая оборона по ходу дистанции. На 11-м круге Мэтт Джексон выходит в лидеры. А у Фабрицио Джованарди, как оказывается, повреждена задняя ось из-за контакта в начале гонки. И поэтому он не смог оказать достойного сопротивления англичанину. Позади вылетает Стивен Джелли. Новичок сезона, бывший гонщик Гран-при 2 Азия, в этом сезоне будет лишь 9 раз в зачетной десятке. Хотя является партнером Колина Теркингтона и выступает за очень сильную команду Team RAC. Ну а Мэтт Джексон, который был в шаге от победы на этапе в Брэндс Хэтче, в Рокингеме выигрывает вторую гонку. Перед стартом гонки пошел сильнейший дождь, но он не ожидался долгим, и поэтому в командах колебались, поставить ли дождевые покрышки или остаться на слигах. Джейсон Плейтон, Джейсон Хьюз и Майк Джордан получили 30 секунды штрафы стоп-энд-го за поздний выезд из питлейна на старт. Адам Джонс должен был стартовать из пола, однако уже перед первым поворотом его опередили Гордон Шеддон и Колин Теркингтон. Блестящий старт удался пилоту Motorbase Стивену Кейну, но затем он столкнулся со своим партнером по команде Робом Коллардом. Том Онслоу-Колл был отправлен в конец пелетона после того, как не смог найти свое место на стартовой решетке, но в гонке он вылетел уже на третьем круге. Через круг вылетел и Даррен Тернер. Гонщики пересекают настоящие реки с водой в поворотах, поэтому инциденты на трассе продолжаются и продолжаются. После того, как вылетает Джон Джордж, на трассу выезжает пейскар. И отрыв Колина Теркингтона, который составлял уже 5,5 секунд, улетучивается. На рестарте его начинает атаковать Мэтт Джексон. Но точно так же, как в Брэндс Хэтч, Колин Теркингтон выталкивает своего соперника на обочину. Однако здесь из мокрого гравия Мэтт Джексон выбраться уже не сможет. Адам Джонс проводил великолепную гонку на протяжении всех трех стартов в Рокингеме. И сейчас он сопротивляется Мэтту Нилу, который в таких условиях чувствует себя просто великолепно. Позади кипит борьба между Адамом Джонсом, Томом Чилтоном и Колином Теркингтоном, который теряет одну позицию за другой. Ну а Мэтт Нил доводит эту гонку до победы. Двукратный чемпион BTC смог выиграть 6-й этап чемпионата. Он опередил Тома Чилтона практически на 5 секунд. Адам Джонс впервые поднялся на подиум. Третий гоночный уикенд проходил на трассе в Донингтон-парк. И здесь Колин Теркингтон гораздо раньше положенного сорвался в гонку, а его партнер Стивен Джелли проехал по траве еще до первого поворота. Теркингтону будет положен штрафной проезд через питлейн, который отбросит его на последнюю позицию. Том Онслоу-Колл выиграл на этом этапе первый пол в карьере и сохранил свое лидерство на старте. Его преследовали Джейсон Плейтон, Гордон Шеддон и Даррен Тернер. А небольшой вылет лидера чемпионата Фабрицио Джованарди отбросил его на 6-е место. Прорыв Мэтта Джексона стал украшением гонки. Он провалил квалификацию, став только 14-м, но к 8-му кругу был уже 10-м. Однако дальше пробиться ему помешал вот этот инцидент с Томом Чилтоном. Небольшой контакт и потерявший управление машина Тома врезалась в BMW Мэтта. А Джейсон Плейто одержал первую победу в сезоне. На этой неделе он впервые в жизни стал отцом и поэтому выступал на этапе с повышенной отдачей. Ну а в конце гонки произошло еще одно столкновение. В скоростных связках вылетел Стивен Джелли. Очень неудачный сезон для новичка ставит под угрозу его дальнейшее участие в команде Team RAC. Победа Джейсона Плейто стала исторической, поскольку впервые за 50-летнюю историю британского туринга выиграл дизельный автомобиль. На старте второй гонки Джейсон Плейто не знает себе равных, а вот Мэтт Нил проваливается, его обходят сразу несколько соперников. Перед стартом начал накрапывать дождик, однако большинство пилотов по-прежнему выступают на псевдосликах, что добавляет остроты к этой гонке. Стивен Кейн очень здорово среагировал и едва не вышел на вторую позицию в первом повороте. Ну а в конце пелетона происходит столкновение между Стюартом Оливером и Аланом Тейлором. Затем вылетает и турецкий гонщик Эркют Кизилермак. Он испытал очень страшный удар, однако не получил травмы. Этот пилот всего лишь один раз в сезоне попадет в зачетную десятку.
Столкновение между Томом Онслоу-Коулом и Гордоном Шеддоном. Когда Гордон возвращался на трассу, он едва не протаранил машину своего обидчика. Еще одним инцидентом уже в самом конце этапа стало вот это столкновение между Мэттом Нилом и Гордоном Шеддоном. Гордон чуть заметно подтолкнул Мэтта и отправил того в занос. На влажном асфальте удержать машину уже не представлялось возможным. Ну а на самом последнем круге Том Чилтон практически подготовил атаку на Даррена Тернера в борьбе за вторую позицию. Ну а Фабрицио Джованарди в таких условиях чувствует себя великолепно. Вновь на влажной трассе, на слигах, он опередил всех своих соперников и выиграл третью гонку в этом сезоне. Однако со жребием итальянцу вновь не повезло, и он стартовал с восьмой позиции. На пол уже переместился Гордон Шеддон. Со второе место борьбу вели на старте Адам Джонс и Даррен Тернер, а Джейсон Клейтон по внешнему радиусу пытался отыграть как можно большее число позиций. Гордон Шеддон не пролидировал и круга, он ошибся в последней шикане и выпустил вперед Даррена Тернера. Ну а Джейсон Клейтон уже на втором круге вошел в первую тройку, после того, как небольшую ошибку допустил юный Эндрю Джордан. Мэтт Нил и Гордон Шеддон боролись и в третьей гонке, правда, на этот раз гораздо более корректно. Стивен Кейн мог финишировать в первой пятерке, но получил 30-секундный штраф стоп-энд-го за то, что его команда работала с машиной на стартовой решетке менее чем за 3 минуты до старта. Фабрицио Джованарди догоняет своего партнера Тома Онслоу-Коула и начинает борьбу за вторую позицию. Однако ошибается на торможении перед заключительной шиканой и едва не отправляет своего партнера в занос. Тома Онслоу-Коул ловит машину, а Джованарди пропускает на третью позицию Джейсона Клейтона. Итальянец будет очень недоволен таким развитием событий. Он извинится перед Томом Онслоу-Коулом, ну а гонку закончит всего лишь четвертым. Однако это для него хороший результат, поскольку пока так и непонятно, кто же будет основным соперником итальянца в борьбе за чемпионский титул сезона 2008 года. Даррен Тернер в третий раз в этом году поднимается на подиуме, но впервые на его верхнюю ступеньку. А мы продолжим следить за развитием событий сезона BTC 2008 года после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. Трэкстон стал ареной четвертого гоночного уикенда BTC сезона 2008 года. Том Онслоу-Коул выиграл второй пол подряд. Однако на старте он пропустил и Гордона Шеддона, и своего партнера Фабрицио Джованарди. Гордону удался великолепный старт, и он в одиночку прошел двух пилотов BX Racing. В конце первого круга сталкиваются между собой Харри Волхорд и Джон Джордж. И на трассе появляется пейскар. После рестарта активную борьбу между собой ведут пилоты Воксхола. Мэтт Нил и Фабрицио Джованарди. Также очень активен Колин Тёркнинен. Он борется с этими гонщиками и в итоге выходит на четвертую позицию. Ближе к финишу Колин сможет пройти и Джейсона Плейто. Ну а Том Онслоу-Коул лидировал без каких-либо проблем до самого последнего круга и одержал первую победу в этом сезоне. Это произошло всего лишь два дня спустя его 21-го дня рождения. Машина Джейсона Плейто оказалась на 3 килограмма легче минимально допустимого веса. И англичанина решили зачетных очков, отправив на последнее 24-е место на старте второй гонки уикенда. Таким образом, серьезно осложнив его задачи в борьбе за чемпионский титул. На первом круге появился пейскар. К одиночным вылетам Мартина Белла и Криса Стоктона добавилось столкновение между Томом Чилтоном и Эндрю Джорданом. Ну а Джейсон Клейто в самом начале пробился с 24-й последней позиции уже в первую десятку. На рестарте Фабрицио Джованарди прессингует Колина Тёркнинена и обороняется от Даррена Тернера. Колин известен как один из самых агрессивных гонщиков британского туринга, и бороться с ним иногда бывает просто опасно. Однако у Фабрицио Джованарди нет другого выбора, ведь он заинтересован не просто в том, чтобы заработать как можно больше очков, но и в том, чтобы регулярно одерживать победы. На седьмом круге Фабрицио атакует своего соперника, хотя оба срезают шикану. На второе место выходит и Том Онслоу-Коул. Казалось, все идет к дублю VX Racing, однако на самом последнем круге у Фабрицио Джованарди прокололась покрышка, и он остался без зачетных очков. Ну а Том Онслоу-Коул неожиданно одержал вторую подряд победу. С пола в третьей гонке стартует 18-летний Эндрю Джордан, но на старте на него сразу же набрасываются Джейсон Плейто, Мэтт Джексон и Гордон Шеддон.
Мэтта Джексона проходит Даррен Тернер, так как Эндрю Джордан очень грамотно оборонился, но все-таки сохранить первую позицию не успел. И лидерство захватил Гордон Шеддон. Но у шотландца, как и в первой гонке уикенда, на восьмом круге случается прокол покрышки. Скоростная трасса в Тракстоне предъявляет повышенные требования к износу резины. В лидеры выходит Джейсон Плейто. А Эндрю Джордана атакует теперь Даррен Тернер, у которого вскоре также случается прокол. Эндрю теперь сопротивляется атакам Мэтта Джексона. К этой паре приближается Фабрицио Джованарди, который оттесняет Эндрю, за что потом извиняется. Через круг у Энди ломается машина, и его великолепная гонка заканчивается. Но Джейсон Плейто побеждает, несмотря на полное отсутствие задних тормозов. Однако Фабрицио Джованарди набирает 10 очков за финиш на третьей позиции и продолжает с комфортным запасом лидировать в чемпионате. Первый раз в этом сезоне в зачетную десятку попадает пилот «Шевроле» Харри Болкхорст. Для его команды это всего лишь второе попадание в топ-10 в этом сезоне. Следующий гоночный уикенд проходит на трассе «Крофт». Здесь вновь идет дождь. Фабрицио Джованарди из-за балласта квалифицируется только 12-м. Даррен Тернер и Гордон Шеддон на первом ряду. Ливень на трассе зарядил с самого утра. Джейсон Плейто вылетел на установочном круге и стартовал с питлейна. Ну а Даррена Тернера на старте прошел Гордон Шеддон, а затем и Мэтт Джексон. Неудачная гонка для Даррена затем продолжилась, и он вылетел с трассы. Ну а здесь Стивен Кейн не успел поймать свою машину, и его развернуло на 360 градусов. В одном и том же месте с разницей в минуту вылетают Стивен Джелли и Алан Тейлор. Гонка остановлена красным флагом, так как один из маршалов получил травму. На повторном рестарте блестяще реагирует Мэтт Джексон и выходит в лидеры. На первом же круге он создал отрыв уже в несколько секунд над своими соперниками. В борьбе за второе место Гордон Шеддон блокирует Колина Тёрклинтона. Следом движется Мэтт Нил, традиционно сильный под дождем. Мэтт Джексон перестарался и уже на главном торможении второго круга вылетел с трассы, таким образом утратив свое лидерство. Мэтт получит приз болельщиков как самый активный гонщик. Действительно, сложно представить, кто бы в этом сезоне совершил больше обгонов как в первой, так и во второй половине чемпионата. Вылеты с трассы продолжаются, и в итоге всего лишь несколько кругов гонки прошли под зеленым флагом. Колин Тёрклинтон одержал победу. Также нельзя не отметить первое попадание в очки молодого Майкла Дойла в столь сложных погодных условиях. К старту третьей гонки дождь прекратился. Гордон Шеддон опередил Мэтта Нила на старте. Майкл Дойл вылетел уже на втором круге. Гордон Шеддон на третьем. Он столкнулся со своим бывшим партнером по команде Мэттом Нилом. И на трассе вновь появился пейскар. К этому моменту Мэтт Джексон уже пробился с 18 места на 11. А затем англичанин за пару кругов прошел Джейсона Плейто, Адама Джонса, Майка Джордана и лидера чемпионата Фабрицио Джованарди. Очень уверенно в Крофте выступал и Колин Тёрклинтон. Стоит отметить, что если в Брендс-Хэтче у заднеприводных BMW были явные проблемы с управляемостью, то затем, к следующим уикендам, в командах поработали над этим аспектом, и машины стали чувствовать себя в дождь гораздо увереннее. Вылет Криса Стоктона далеко в траву не привел к появлению пейскара, и борьба на трассе продолжилась. Мэтт Джексон был просто неудержим, ему не хватило лишь одного круга для того, чтобы выйти в лидеры, опередив Колина Тёрклинтона. Впрочем, Колин ошибся даже в самом последнем повороте, и в итоге на финишной черте двух соперников разделила лишь 0,1 секунды. Для Колина этот успех стал третьим в этом сезоне и вторым подряд. Достаточно часто гонщики выигрывают первую и вторую гонку. Но выиграть три гонки – это поистине уникальное достижение, поскольку для этого нужно прорваться минимум с шестого места на первое. С пола в третьей гонке вновь стартовал Джордан. Правда, на этот раз Майк. Но уже к первому повороту он пропустил блестяще среагировавшего Роба Колларда и едва не пропустил Мэтта Джексона, которому все же не хватило места в первом повороте. Мэтт достаточно быстро вернулся на трассу, но потерял очень много позиций. Однако своего пыла гонщик не сбавил и сделал все возможное для того, чтобы прорваться вперед. Сейчас он увидел, как перед ним столкнулись гонщик Сиат и BMW. Колин Тёрклинтон и Джейсон Плейто. Сильная авария Джона Джорджа привезла к выезду на трассу пейскара. На рестарте Фабрицио Джованарди лидирует, опережая Роба Колларда и Адама Джонса. Оба пилота проводят великолепную гонку. Ну а позади, в своем прорыве, Мэтт Джексон выталкивает с трассы Даррена Тернера. На самом последнем круге борьба между Томом Чилтоном и Мэттом Джексоном становится настоящим украшением этапа. На израненной машине Мэтт Джексон делает все возможное для того, чтобы на выходе из последней шпильки перекрестить траектории и выйти на четвертую позицию. Но ему не хватает для этого лишь 0,01 секунды. Далее в чемпионате наступила шестинедельная пауза, во время которой были тесты в Снеттертоне,
практически за неделю перед гоночным уикендом. И здесь очень серьезно поработали дизельные сиаты. Они занимают первый ряд на старте и буквально доминируют по ходу всего уикенда. Из-за балласта Фабрицио Джованарди на старте откатился с 4-й позиции на 9-ю. Уже на втором круге на трассу выехал пейскар из-за вылетов Мартина Белла, Джона Джорджа и Эндрю Джордана. Мэтт Джексон старается прорваться с 13-го места. Он переместился на 9-е, но борьба с Мэттом Нилом в шиканах отправляет Джексона назад на 14-ю позицию. Сейчас его атакует Адам Джонс, а следом мы видим и Стивена Джелли. Гонщики борются между собой, Адаму Джонсу в итоге не хватает места, его выталкивают с трассы. Ну а сиаты доминируют. Джейсон Плейто и Даррен Тернер финишируют на первой и второй позиции. Для Адама Джонса гонка заканчивается без очков. Впервые за 12 этапов чемпионата. Соперники сиатов понимают, что единственный шанс побороться с ними – это опередить на самом старте. Том Чилтон делает все возможное для того, чтобы выйти вперед против Даррена Тернера, но ему этого не удается. А позади сталкиваются Харри Волхард и Майк Джордан. Несмотря на то, что «Шевроле» планировало выставлять аж 3 автомобиля в этом сезоне, результатов у этой команды, в отличие от мирового туринга, в BTC совершенно нет. Даррен Тернер не сможет поддержать Джейсона Плейто на подиуме, у него прокол покрышки. Таким образом, борьбу за вторую позицию ведут между собой Колин Тёркингтон и Гордон Шеддон. Тёркингтону удается выйти вперед. Правда, его отставание от Джейсона Плейто очень серьезное. Третьим финишировал Фабрицио Джованарди. Четвертым стал Роб Коллард. Первую пятерку замкнул Мэтт Нил. Прогресс команды Motorbase налицо. Оба гонщика регулярно борются не просто за первую десятку, но и уже и за позиции на подиуме. Заднеприводные BMW реализуют преимущество на старте, опережая Гордона Шеддона. Фабрицио Джованарди выигрывает на старте третьей гонки 2 позиции. Ну а Джейсон Плейто теряет скорость. Ему показывают черный флаг, так как из машины вытекает масло. У сиатов все на 5 с плюсом со скоростью, но над надежностью нужно работать. Редко когда обе машины без механических проблем в состоянии преодолеть все 3 гонки уикенда, дистанция которых в совокупности не превышает всего-навсего 100 миль. За лидерство борются Мэтт Джексон, Стивен Кейн и Фабрицио Джованарди. Первая тройка идет в 1 секунде. Здесь Фабрицио не форсирует развитие событий, предоставляя сражаться за победу двум пилотам BMW. Мэтт Джексон выигрывает этап, а Стивен Кейн в своем первом сезоне в британском туринге финиширует на 2-й позиции. Первую пятерку замыкают еще 2 Воксхола. Здесь Мэтт Нил и Том Онслоу Коул. Колин Тёркингтон финиширует на этот раз только на 6-й позиции. Преимущество Фабрицио Джованарди перед этапом на трассе Олтон Парк достигло 34 очков над своим партнером Мэттом Нилом. Джейсон Плейто, благодаря уверенным выступлениям в первых 2 гонках уикенда в Снеттертоне, вышел на 3-е место. Он проигрывает Фабрицио 39 очков. В квалификациях в Олтон Парке вновь доминировали сиаты. Плейто и Тернер привозят почти полсекунды Тому Чилтону. На старте Фабрицио Джованарди опережает Тома Онслоу Коула. Мэтт Нил получает штрафной проезд по питлейну за то, что находится впереди разрешенной черты на решетке. После неудачного старта к Даррену Тернеру приблизился Том Чилтон. Между гонщиками произошло столкновение. Также без контакта не обошлось между Гордоном Шеддоном и Майком Джорданом. Они сталкиваются. На трассу выезжает пейскар. Том Онслоу Коул теряет темп и пропускает на последнем круге Колина Тёркингтона. Затем Тома обгоняет еще и Фабрицио Джованарди. Несмотря на очередную, уже 5-ю в этом сезоне, победу Джейсона, его главный соперник финиширует 3-м. И таким образом Джейсон отыгрывает всего-навсего 8 очков. Впереди 2-я гонка, и здесь лучше всех стартует Колин Тёркингтон. С 4-й позиции его оранжево-белая BMW выходит на 2-ю. Если в Снеттертоне проблемы у сиатов начались в 3-й гонке, то здесь с надежностью не все в порядке уже во 2-й. У Даррена Тернера ломается карданный вал, и он сходит с дистанции. А через круг из-за проблем с подачей топлива и у Джейсона Плейтона начинаются проблемы. Еще один сход – это отказ двигателя на машине Роба Колларда. Сходит и Майкл Дойл. Вылетает Гордон Шеддон. Колин Тёркингтон таким образом остается фактически без соперников. Он лидирует от старта до финиша и привозит Фабрицио Джованарди 7 секунд. Жребий, который вытянул Колин, поставил Эндрю Джордана на 1-ю позицию. Старт откладывается из-за заглохшего Лексуса Криса Стоктона. Эндрю Джордан полон решимости, если побороться не за победу, то за 1-й подиум. В таком случае он станет самым молодым гонщиком, который поднимался на пьедестал почета за всю историю британского туринга.
Стивен Кейн вновь собирался финишировать на подиуме, но проблемы с тормозами у Тома Чилтона разрушили его шансы. В этой аварии пострадал и Джейсон Плейто. Эндрю Джордан хоть и пропустил Гордона Шеддона, но затем блестяще оборонялся агрессивному Мэтту Джексону и терпеливому Адаму Джонсу, который смог затем опередить и Мэтта Джексона, и самого Эндрю Джордана, который все же выполнил свою задачу и на глазах у отца, чья машина не была подготовлена перед этим этапом после аварии, финишировал на третьей позиции. Ну а Фабрицио Джованарди упрочил свое лидерство в общем зачете, поскольку его главный соперник Джейсон Плейто так и не может регулярно набирать очки по ходу всех гонок уикенда. Спортивный канал 7ТВ продолжает обзор сезона BTCC 2008 года. Гоночный уикенд в Нокхилле, и здесь вновь на первом ряду пилоты Сиата. На этот раз Дарин Тернер на 13 тысячных секунды опережает Джейсона Плейто. Но Дарина уже на первом круге вытеснили на траву, и он откатился за пределы очковой десятки. Мартин Белл столкнулся с Крисом Стоктоном, а Стивена Кейна подтолкнул Адам Джонс. Из-за этих аварий на трассу выехал пейскар. А за первый круг Джейсон Плейто смог оторваться уже на 2 секунды от своих соперников. На рестарте Томас Лукол пробует атаковать Джейсона, а у его партнера Мэтта Нила прокол по крышке. Двукратному чемпиону серии в этом году очень сильно не везет. Еще одно столкновение происходит между Дарином Тернером и Томом Чилтоном, уже не в первый раз в этом сезоне. Джейсон Плейто лидирует, вторым идет он с Лукол, а Фабрицио Джованарди находится под прессингом Гордона Шеддона. Но в итоге итальянцу удается даже опередить своего партнера Онслоу Коула, и он вновь финиширует сразу же за Джейсоном Плейто. Год назад Дарин Тернер выиграл первые две гонки в Нокхилле. Теперь такой шанс у его партнера Джейсона Плейто. На старте порядок лидеров сохраняется. И только традиционно активному Мэтту Джексону удается опередить Гордона Шеддона и выйти на четвертую позицию. За какие-то 4 круга Дарин Тернер пробился с последних рядов в первую десятку. А Джейсон Плейто был просто неудержим и по ходу гонки начал обгонять круговых. Что в британском туринге бывает очень редко. От любимца публики Гордона Шеддона болельщики ждали успеха на третьем этапе гоночного уикенда. Но этого не случилось, и Гордон довольствовался лишь 4-й позицией. Дарин Тернер продолжил свой прорыв. Он опередил Адама Джонса, Эндрю Джордана и Роба Колларда. Следующей целью был неуступчивый Колин Тёрктон. В контактной борьбе Тернеру удалось выйти победителем. Но схваткой воспользовался Роб Коллард, пройдя обоих. В итоге стал 6-м. Фабрицио Джованарди вновь финишировал на 2-й позиции и таким образом продолжил набирать очень большие очки практически на каждой гонке этого сезона. На поуле в третьей гонке вновь оказался Эндрю Джордан, но здесь его уже до первого поворота проходят Дарин Тернер и Роб Коллард. Роб начал приближаться к Дарину, возникли возможные проблемы на Сиате, но позади сталкиваются Томас Лукол и Джейсон Плейто. Возможно, здесь Том отомстил Джейсону за крупную аварию на первом этапе в Брэндс Хэтч. На трассе появляется пейскар. Никаких проблем у Дарина, к счастью, для него не оказалось, и он без проблем удерживал лидерство. А позади очень жестко между собой боролись Фабрицио Джованарди и Мэтт Джексон. Итальянец не форсировал развитие событий и дождался предсказуемого столкновения в рядах соперников. Мэтт Нил, Гордон Шеддон и Колин Тёрктон увлеклись борьбой, и Фабрицио вышел на 5-ю позицию. Второе место Роба Колларда принесло команде Motorbase первую в истории победу среди частников. Дарин Тернер дополняет 2 успеха Джейсона Плейто на первых 2 гонках уикенда. Таким образом, первый и единственный раз в этом сезоне все 3 старта по ходу одного уикенда выигрывает одна и та же команда. Но радости в стане Сиата немного, так как шансы на чемпионский титул все дальше и дальше. Вот Фабрицио Джованарди вновь в первой пятерке. Тогда как среди гонщиков, которые получили зачетные очки, Джейсона Плейто мы из-за его аварии не видим. В Сильверстоуне в квалификации вновь доминировали Сиаты, но удастся ли в гонке им одержать хотя бы одну победу и как высоко сможет финишировать Фабрицио Джованарди? В концовке сезона все идет к тому, что итальянец может стать чемпионом досрочно. Но квалифицировался на знаменитой английской трассе он лишь 11-м. Блестящий старт показал Стивен Кейн, он переместился с 6-го места на 2-е. Но Тернер контратаковал пилота Motorbase и вернулся на 2-ю позицию к концу круга. Обороняясь от Мэтта Нила, Роб Коллард вылетает, гонка для него закончена, на трассе появляется пейскар. А дождь переходит в сильнейший ливень, и поставившие не на все колеса дождевые шины гонщики отправляются на питлейн. Среди таких Адам Джонс и Том Онслоу Коул. На предпоследнем круге Колин Тёрктон обогнал Фабрицио Джованарди, оттеснив лидера сезона на 5-е место, к радости Джейсона Плейто. Забегая вперед, скажем, что это был последний момент, когда Фабрицио волновался за судьбу своего чемпионского титула.
Старт второй гонки выигрывает Мэтт Джексон, а Дарина Тернера выталкивает с трассы Фабрицио Джованарди. В повороте Бруклинс второго круга сталкиваются Стивен Джелли, Дарин Тернер и Микки Дойл. На трассе появляется пейскар. После рестарта Мэтта Джексона проходит Фабрицио Джованарди и начинает атаки на Адама Джонса. Позади ведут борьбу между собой Мэтт Нил и Колин Тёркингтон. На выходе из поворота Лафилд пилот BMW-дилер Team UK уходит в занос, и Том Чилтон не успевает избежать столкновения. За 8 кругов до финиша у Сиата Плейто ломается двигатель. Джованарди выходит в лидеры. Колин Тёркингтон и Адам Джонс ведут борьбу за второе место. Таким образом, Фабрицио выигрывает пятую гонку в этом сезоне. К старту третьей гонки дождь прекратился. Отца и сына Джорданов следует признать самыми везучими гонщиками этого сезона, ведь на жребии они чаще других стартовали с поула. На этот раз у Майка была первая позиция. Он принял решение закончить карьеру после этого сезона и целиком сосредоточиться на выступлениях своего сына, у которого, судя по результатам этого сезона, будет блестящее будущее. Гордон Шеддон опередил Майка Джордана и Роба Колларда на старте, но затем ошибся в повороте Беккетс, и в лидеры вышел Том Онслоу-Коул. Но и Том долго не пролидировал. Его прошел Джейсон Плейто, который еще сохранял надежду на борьбу с Джованарди, шедшим на восьмой позиции. Мэтт Джексон прошел Тома Онслоу-Коула и начал догонять Джейсона Плейто. Борьбы не получилось, так как Сиат вновь начал терять темп. В итоге Джейсон Плейто стал пятым, проиграв на финише две позиции Фабрицио Джованарди. Но Мэтт Джексон выиграл третью гонку этого уикенда. И также третью в этом сезоне. Впереди гонщиков ждал заключительный гоночный уикенд на трассе Брэндс Хэтч. И там только чудо могло лишить итальянского пилота Фабрицио Джованарди второго подряд чемпионского титула в британском туринге. Несмотря на, казалось бы, отсутствие конкуренции в этом сезоне, Фабрицио отмечает, что ему как никогда нравится выступать на британских островах, поскольку здесь болельщики буквально живут автоспортом. Джованарди дарит небольшую надежду Джейсону Плейто на продолжение борьбы, поскольку квалифицируется далеко за пределами первой десятки. Но и Джейсона Плейто серьезные проблемы в квалификации. Он квалифицируется лишь на два места выше. На старте в отрыв уходят Колин Тёркингтон и Мэтт Джексон. А Фабрицио Джованарди и Джейсон Плейто пытаются прорваться в очковую зону как можно ближе к лидерам. Но у Фабрицио ничего не получается. Он вылетает с трассы и впервые в этом сезоне заканчивает гонку, не набирая ни единого очка. Джейсону Плейто в итоге не хватает одного единственного места для того, чтобы хотя бы математически сохранить шансы на продолжение борьбы. Стивен Кейн проходит Дарина Тернера, который после этого решает пропустить своего партнера вперед. Но даже при такой очевидной командной тактике Плейто все равно прекращает борьбу за титул досрочно, за две гонки до конца сезона. Фабрицио Джованарди в самой худшей гонке сезона, тем не менее, выигрывает чемпионский титул. В отличие от весеннего уикенда в Брэндс Хэтч, Мэтт Джексон одерживает победу в самой первой же гонке, еще раз показывая, что если бы не досадные случайности, он в этом году мог быть гораздо ближе к Фабрицио Джованарди, в стане которого полный праздник. По иронии судьбы, Фабрицио даже не выходит на старт второй гонки, поскольку на его машине обнаружились механические проблемы. Но для борьбы в чемпионате это не играет никакой роли. И теперь вся интрига складывается вокруг второй позиции. Ведь к Джейсону Плейто опасно близко подобрались Колин Тёркингтон и Мэтт Джексон. Блестяще закончили этот сезон и пилоты Motorbase. Они борются за подиум в полном составе. И впервые в этом сезоне во всех трех гонках как Стивен Кейн, так и Роб Коллард наберут зачетные очки. И также впервые вместе они поднимутся на пьедестал почета. У Колина Тёркингтона борьба за свой чемпионский титул среди пилотов, выступающих за частные команды. Поговаривают, что в следующем сезоне BMW может прийти в BTCC с заводской поддержкой. Ну а пока Колин продолжает бороться за титул лучшего среди остальных. Несмотря на то, что в зачете гонщиков он уступит Мэтту Джексону 13 очков, в зачете частников он будет первым, поскольку здесь вычеркиваются результаты заводских гонщиков. И таким образом разница за счет успешных выступлений возникает гораздо более серьезная. Супруга Мэтта Джексона переживает за своего мужа, который, тем не менее, в полном порядке. И доводит и вторую гонку этого уикенда до победы. Таким образом, Джексон одерживает третью подряд победу в чемпионате. Такого в этом сезоне еще не было. Стивен Кейн и Роб Коллард финишировали на втором и третьем месте в первой гонке уикенда. Затем они, вновь сражаясь между собой, попали в очки, причем в первую пятерку. Но, может быть, им стоило финишировать чуть-чуть дальше для того, чтобы иметь шансы, благодаря жребию, оказаться на поуле в третьей гонке уикенда в Брэндс Хэтч, заключительного в сезоне 2008 года. Ну а пока что на поуле оказывается Том Онслоу-Коул. Рядом с ним Эндрю Джордан, на третьей позиции Том Чилтон, который блестяще стартует и сразу же выходит в лидеры.
Том Чилтон, несмотря на свой молодой возраст, выступает в британском туринге уже не один сезон. И пока что в этом году не одержал ни одной победы. Ну а страшная авария Джона Джорджа выпускает пейскар достаточно надолго. Но, к счастью, ветеран не получил повреждений. Брэндс Хэтч действительно является одной из самых опасных трасс. Стоит лишь чуть-чуть дестабилизировать машину на задней прямой, и случается авария с таким вот переворотом. На рестарте Том Чилтон отрывается от своего тезки Онслоу Коула, которого атакует Стивен Кейн. Еще одна крупная авария случается у Адама Джонса, который, надо сказать, великолепно провел этот сезон и закончил его в числе 10 лучших гонщиков, несмотря на то, что его команда выставляет всего лишь один единственный автомобиль, имеет весьма ограниченную поддержку со стороны Сиата. На заключительных кругах и Джейсон Плейто, и Фабрицио Джованарди пытаются порадовать своих болельщиков. Они борются между собой и стараются попасть в очковую зону. Но масло, которое вылилось из отказавшего мотора Криса Стоктона на траектории в первом очень скоростном повороте, привело к тому, что целый ряд гонщиков один за другим вылетали с трассы. Если говорить о Джейсоне Плейто и Фабрицио Джованарди, то лишь один из них смог набрать очко. И это Фабрицио за лучший круг в гонке. По этому показателю он является абсолютно лучшим пилотом. 8 раз он устанавливал лучшее время круга по ходу этапа. Ну и на трассе появляется пейскар, ибо в первом повороте совершенно невозможно продолжать движение из-за масла на траектории. Дым из-под его левого переднего колеса становится своего рода победным шлейфом на пути к второму подряд чемпионскому титулу, который он завоевал досрочно и на самом деле не в Брэндс Хэтч, а в середине чемпионата, когда Джейсон Плейто мучился с надежностью своего Сиата, а Фабрицио спокойно финишировал в пределах первых 6 гонщиков и в итоге контролировал отрыв в общем зачете. Фабрицио выиграл 5 гонок в этом сезоне, Джейсон Плейто выиграл 8. Но Джованарди 15 раз из 30 финишировал на подиуме. И редко, когда он набирал менее 25 очков по итогам гоночного уикенда. Только лишь в последний раз в Брэндс Хэтч, где ему уже фактически ничего не было нужно. В этом сезоне 13 пилотов поднимались на пьедестал почета. Минимум каждый из них 2 раза. Победу одерживали 9 гонщиков. 10 пилотов показывали лучший круг в гонке. Из 26 пилотов, которые в общей сложности выходили на старт в гонках британского туринга 2008 года, лишь 4 не заработали зачетных очков. Фабрицио Джованарди набрал 262 балла. Это гораздо лучше, чем его прошлогодний результат, где на последнем гоночном уикенде он перехватил лидерство у Джейсона Плейто. Мэтт Джексон в итоге стал вторым. Провел, в общем-то, великолепный сезон. Одержал 5 побед, из них 3 подряд. Выиграл оба приза симпатий болельщиков. И в следующем году, особенно с заводской поддержкой BMW, наверняка сможет бросить вызов многократному чемпиону самых разнообразных туринговых соревнований. Ну а Фабрицио Джованарди отправится в бой за 3-м подряд чемпионским титулом. Но конкуренция в следующем сезоне будет гораздо серьезнее, несмотря на то, что из чемпионата уходят Сиаты. Они приняли решение свернуть свою программу в британском автоспорте по маркетинговым соображениям. Но выразили надежду, что и Джейсон Плейто, и Даррен Тернер смогут найти себе место в одной из команд. Несмотря на такое развитие событий, директор британского туринга Алан Гоу сохраняет оптимизм. Он сказал, что у него в запасе есть несколько контрактов как с производителями, так и с очень крупными спонсорами. А значит, в 2009-м в BTCC будет не менее интересная борьба. В этом году мы увидели поистине все, как на мокром, так и на сухом асфальте. Ну а Том Чилтон, победитель последнего этапа, был так рад своей победе, что буквально прыгал на крыше своей Хонды. Для вас работал Федор Бакулов. Смотрите BTCC на 7 ТВ.